Φεύγει. Μούλερ βλέπει η σέντρα, δεύτερο δοκάρι Σακίρι. Κοντρόλ το σούτ, 1-0. Ξερντάν Σακίρι στο 33, όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Όταν εκτέλεσε το φάουλ και βρήκε την παραουτσάν, αυτή τη φορά είναι. Περνάει δύο παίκτες, κακή εκεί η ενέργεια του νεαρού Λαπρεβότ να μην τον πιέσει. Λάθος και από τον. Какой удар наносит штангу в бадай? А вот забил бы в своем первом матче. Вот, смотри, сейчас получилось у Фрайбурга. Мы вот говорим, они сразу теряют мяч, отобрав его. Самый простой вот. Так, ну. Ох, молодец вратарь. Ну, а поможет кто? Сам себе он помог. Просто гениально сыграл Бауман в этом моменте. Мяч игрока Баварии, тем не менее, атака Фрайбурга продолжается. Еще одна подача. 1-1. Вот так вот. Начнем с того, что левый фланг действительно был обнажен практически у Баварии. Собственно, транзитом через центрального игрока из центральной зоны. Собственно, Хёфлер, кстати, головой мяч переправил направо. Писана голевая передача. Ну что ж, это первый гол, еще раз напомню, соперников в ворота Баварии.